Всем привет! Посылка с Али. Так, упаковано вроде бы неплохо. Тут вот подарочек даже положили. Хейвилл какой-то. Не знаю, там может магазин, где я покупал. Так, вот такая коробочка. Тут у нас Ulefone S8 4G Pro. Золотого цвета, как просили. На коробке тут у нас параметры кратенько, да, и в принципе ссылка на сайт и все, штрих-код. Так, надо открыть как-то аккуратненько. Вот так. Так, и посмотрим, что у нас там имеется. Так, сам телефон в чехле уже сразу. Такой интересный чехольчик, мягкий, но на углах такие идут утолщения здесь. Интересно. Сканер отпечатков. Наверное, заклеена батарея у него. Сейчас посмотрим. Так. В отличие от почти всех, наверное, телефонов, которые сейчас делают. Здесь все-таки есть крышка. Вот. И есть съемная батарея. Что, в принципе, неплохо. Через какое-то время ее можно заменить. Ну, заменить-то можно ее везде. Ну, здесь ни у кого проблем не составит купить новую просто, если она нужна будет. Так, ставим батарею. Тут у нас сразу видим слот для сим-карты, либо карты памяти. Здесь у нас слот для сим-карты первой. Тут у нас микро, тут у нас вроде как SIM2 просто написано. Наверное, 2 микро тут как бы. Так, давайте его сейчас. О, сейчас включится. Вот, пошел запуск. Крышку на место. Так. Чехольчик. Ну, пока заглянем в коробочку. Так, тут у нас карта гарантийная. Незаполненная. Кстати, сейчас, по-моему, на Али, я не знаю, как, ну, в Украину, например, можно заказать, там доплатить пару баксов, и будет гарантия именно по месту. Так, инструкция. Даже с цветными фотографиями. Так, есть русский. Неплохо. Так, что тут у нас? Jetstarter. Кабель для зарядки обычный, беленький. Ну, где-то около метра.
вроде неплохой. Не хлипкий, по крайней мере. Так, и зарядное устройство. Вот интересно еще глянуть, какие параметры у него. Так, у него у нас 1 ампер. Ну, слабовато на сегодняшний день. Ну, хотя бы, не знаю, двушку. Ну, в принципе, тут и батарея как бы стандартная. То есть, хватит, наверное, его. Так. Уберем вот эту лишнюю пленочку. Здесь под ней у нас есть защитная пленка наклеена уже. Так, запустился телефончик. Ага, вот так они сделали. То есть здесь мы сдвигаем вправо и открывается. Ну, в общем, я тут немножко его потыкаю, и тогда мы продолжим уже поговорим о нем. Телефон собран довольно неплохо. Нигде ничего не скрипит, не люфтит, не прогибается. То есть довольно плотно все так. В руке приятно держится. Вот за счет вот этих скруглений с тыльной стороны он очень хорошо в руку ложится. Работает все неплохо. Ну, надо делать скидочку. То есть все-таки это один из самых дешевых, наверное, телефонов от компании, да, ну и вообще ценовая категория такая. Это в районе там $80. То есть, наверное, дешевле даже вообще не стоит брать телефоны. Но это как раз тот, который вот, ну, скажем так, оправдывает свои деньги. Если вы не будете на нем там чисто в игры играть, да, то его вполне хватает. Ну, насчет игр потом еще мы попробуем. Вот, давайте камеру попробуем. Здесь, конечно, у нас вроде как две, но мы уже знаем, что две камеры — это редко кто ставит, вот бы только у дорогих моделей. В таких же моделях это все, скажем так, оформление. Можно делать фото касанием просто на экране. Ну, давайте вот сюда. Так, посмотрим. Ну, где-то тут фокус промахнулся, конечно. Ну, здесь уже получше. То есть мы видим. Ну, довольно неплохое. Есть, конечно, тут шумы. Но в зоне резкости более-менее все неплохо. То есть, если эту даже фотку напечатать, будет вполне неплохо. Так. В конце я приложу несколько фоток и пример видео без обработки с этого телефона. Кому интересны цифры, можем вот Аиду открыть, да. Вот, и мы тут видим S8 Pro, MT6737 процессор, 2 гигабайта ОЗУ. Дальше у нас хранилище внутреннее тут 10,8, ну, 16, понятно, там часть подсистемы ушла. Отображение у нас, реклама отображается. Так, 720 на 1280, 320 dpi. Mali T720 видео чип. Ну и здесь OpenGL, там информация. Что нам еще интересно? Батарея. Батарея у нас. Тут емкость не показывает.
Ладно. Android 7. Номера сборки и так далее. Так, что еще? Датчики. Акселерометр. Ну, давайте еще заглянем вот сюда. Так, тут у нас 36 тысяч. Ну, как бы это вроде бы и немного, да, но я должен сказать, что для такого телефона вполне нормально. Допустим, мы возьмем тот же самый танки, которые вроде как, ну, тяжелая игра, да, скажем так. Но, наверное, тут у меня показывает, где 8% уже батареи. Наверное, я подключу зарядку. Так, зарядку я включил. И индикации, ну, светодиодные здесь нет нигде. То есть мы видим, вполне прилично все ездит, не дергает, не тормозит. Так что, в принципе, поиграть можно и на таком телефоне. Так, где там у нас враг? За стеной. Вот, когда играете, конечно, рукой здесь динамик закрывается. Ну, это дело такое практически на всех телефонах. Так. Давайте еще вот запустим. PUBG. Ну, тут скажу сразу, PUBG будет притормаживать. Потому что, ну я не знаю, наверное, больше игроков, во-первых, сразу заходит онлайн, больше, наверное, там пространство само, территория, так сказать, игровая. Поэтому там, да, замечаются такие прям подтормаживания, но, в принципе, даже можно играть, ну, как бы,
Скажем, когда очень хочется, но ничего другого, то можно и на этом поиграть. Короче, ничего не будем тут выдумывать, сразу в бой. Заметно, да, если вот двигаться, заметно, как тяжело ему это дается, телефон, я имею в виду. Ну, я же говорю, при большом желании можно играть и в это. К дисплею тут претензий нет. Вы видите, углы обзора с любой стороны хорошие. Практически даже, я не вижу никакой ни инверсии, ни затемнения. То есть вполне все отлично работает. Акселерометр работает. И что могу сказать, за $80 вполне приличный телефон. Очень даже неплохой. Единственное, только звук мы еще не слушали. Ну, тут, по-моему, мелодий даже нету таких, на которых можно попробовать звук включить. Ну да. А мы можем включить, вот даже посмотрим. Посмотрим, как быстро запускается тот же YouTube. То есть вот тут сразу раз включился,
И мы можем первый же ролик и сразу реклама. Так, включаем максимум. Всем привет! Это Лига Смеха. И сегодня нас ждет необычная игра. Кто-то наденет колбасу. То есть звук хороший, приятный, без призвуков, там, без шумов, но можно было бы и погромче, конечно. Вот. В остальном же я говорю, смотрите, кому нужен именно телефон с функциями дополнительными, то это очень неплохая вещь. Если же кто-то хочет, там, не знаю, батарею помощнее или там в игрушки больше играть, то, конечно, лучше что-то добавить и взять дороже немножко телефон. Но этот отрабатывает свои деньги по полной. К нему вообще претензий никаких. Добавим отпечаток, попробуем. Ну, продолжить. Так. И добавляем. Сканер у нас находится сзади. Прикладываем туда палец. Далее. Прикладываем несколько раз. Сканируем всю поверхность пальца. Ну, всю, стараемся так как бы больше площадь вот эту охватить. Готово. А теперь посмотрим, как это все работает. Так. Выключаем, прикладываем. А, первый раз. Ой, что я делаю? Вот так. Так. Да, все срабатывает. Ну, с задержкой где-то секунды полторы. То есть я приложил, и через секунду загорелся дисплей. При этом слышно вибрацию, что он определил отпечаток. И мы понимаем, что все сработало. В общем, вот такой вот недорогой телефончик. Кому надо, я ссылочку под видео оставлю. Всем спасибо за просмотр и пока. Just listen to me.